чай попить или что-нибудь сготовить. Заставила все, у меня тут вот огурчики стоят, вчера рассадила я, помидорки рассадила, вот мелкие такие. Тут вот еще посадила, тоже взошли помидорки, ну еще прямо кто всходит, кто уже стоит, кто лежит еще. Ну короче, потихонечку так. Сейчас хочу что-нибудь по-быстрому еще приготовить, не знаю чего. Что-то я замерзла, печку выключишь, холодно. В общем, не знаю. Включено, жарко. Короче, я замерзла. Только выключила ее. Вроде бы на улице-то тепло, плюсовая температура. Ну так вот. Сейчас попью чай, потом, наверное, что-нибудь приготовлю. Только что не знаю. Думаю, или подлив по-быстрому сделать такой постненький. Не совсем постный. У меня сосиски есть. Короче, что-нибудь буду делать. Блин, уронила. Девчонки, что хочу сказать, показать, да? Покупала творог, половина я его использовала, съела, половина нет. Ну и запечатала в мешочке, положила. Я не знаю, конечно, у него срок годности уже вышел, как говорится, но я хотела все его это, думаю, что-нибудь испеку. И сейчас забыла про его, в уголочке стоит он там. Взяла, а он, вы не можете, вот, не представляете, вот, вода водой. Короче, фигня, он был, я думаю, из чего он вообще сделанный, да? Ну, хорошо, он когда зацветет, там все, но это... Это жуть какая-то, жидкость. Из чего же он вообще был сделанный? Я вообще не понимаю, как может творог превратиться просто в воду? Какая-то жидкость, кислая вода, я думаю, вообще непонятно, из чего тогда его делают. Блин, лучше свой домашний творог делать. Это просто кошмар. Я вот взяла, он был такой в зернах, как бы, ну, зернистый. Больше никогда не возьму. Во-первых, я его ела, он был не очень вкусный. И, в принципе, вот, нет, говно одним словом. Так, ну что? Решила подливчик сделать по-быстрому и отварить макарошки. У меня, правда, вчера еще и гречка осталась. Чай попила я. Все. Сейчас это подливчик сделаю, пообедаю. Потом, может быть, еще что-нибудь сделаю. Только не знаю. Запланировала, но если получится, успею сделать. Сделаю. Нет, значит... Значит, перенесу на следующий день. Ой, вот так вот. Всю кучу сюда составила. Сейчас включила печку, знаете, тепло стало. А то прямо что-то я начала замерзать. Наверное, говорю, опять будет похолодание. Я когда похолодание, я начинаю мерзнуть. Такая мерзлячка стала. Не знаю, Ирочка будет смотреть или не будет смотреть. И деньги я отправила по тому номеру, который написали вы мне в Одноклассниках. Мне было, знаете, девочки, непонятно. Пишут номер сначала. Все. Как бы это... Все письмо. Я понимаю, что человек этот у меня на канале... Потом я написала ответное письмо и спросила, пришли деньги или нет. Деньги положила на счет, на телефон. И мне пишут в ответе, вы ошиблись. Я не поняла, в чем я ошиблась. Положила не на тот номер деньги, что ли? Там один только номер был указанный. Письмо написал, но там было написано от Ирины, что это Ирина. Может быть, чужой аккаунт.
Ну, пояснили бы хотя бы. Знаете, девчонки, ну так как-то вот, знаете, непонятно вообще. Я вот до сих пор в раздумьях и думаю, вот нафиг мне все вот это надо тогда, да? Человек написал, я указал номер, я положила, но я хочу знать, дошли деньги или нет. Больше ничего. Так, что ты горишь-то, я не пойму. Что-то горит вроде. Ничего там нету. И больше девушка мне это не ответила. Друзья не добавила. Думаю, ну если это не Ирина, тогда кто? Не пойму. Так что, если вы получили деньги, Ирочка, напишите мне хотя бы, что деньги дошли. Я кому первый раз ложила, деньги дошли, все, спасибо. Написали мне, что все нормально. В этот раз вы ошиблись. И думай, стой вот тут вот, блин, и думай, чем я ошиблась. Непонятно. Больше я не буду так делать и вообще никак, наверное, не буду делать. Шумите все как хотите. Мне обидно. Я стараюсь вроде что-то сделать приятное. А получается все шиворот на выворот. Ну я ж не маленькая девочка, чтобы надо мной издеваться. Так, ладно, сейчас вот потру еще. Получается все наоборот. Блин, ну давай, что-то там. Ой. И я вот сейчас переживаю, расстраиваюсь, думаю, куда я тогда отправила деньги, зачем, непонятно. Кто тогда написал мне? Все правильно написали, что вот в этом все я прочитала. И по этому номеру отправила. А мне пишут, потому что я ошиблась. Ну так нельзя ведь. Куда я ошиблась? Зачем ошиблась? Непонятно. В общем, вот так. Я сегодня... Что хочу сказать? Вот жарко теперь стало, блин. Сегодня с утра сбегала уже в магазин. Я говорю, вот... Поговорка есть. Как срать, так бумагу искать. Так и у меня получается. 5 раз сходила в магазин и 5 раз забыла про туалетную бумагу. Пришлось идти сегодня с утра. Вспомнила, что у меня мыло закончилось, бумага закончилась. И что-то еще я там... Ну, скупила, сходила, слава богу. Иногда такие вот мелочи все мы забываем. То спички, то соль, то еще что-то. Вот еще и спички забыла купить, не покупала. Ну, пока вроде есть коробок. Я думаю, ладно. Вот. Забыла лопаточку взять. Машину.
купить машину надо. И ездить за продуктами на машине. И все сразу набирать. Вот как зарплату получу с Ютуба. Большую-большую. Так сразу, чтобы на машину хватило. Ой, это я сегодня смотрела, что-то не спала с утра, и смотрела один ролик. В общем, там, я не знаю, как-то мне попался, блин, на глаза. Кто сколько чего получает, просто вот одна женщина. Вот. У самой нифига нету, еще там мало подписчиков, но дело в том, что она просто это, лазит тоже вот по чужим этим роликам, просмотрит и... Как бы, вот кто сколько заработал, вот это выкладывает. Не получается, блин, что она их рекламирует. Она их просто бесплатно рекламирует. Делает им рекламу. Какой канал, миллионник, откуда столько подписчиков, да сколько они зарабатывают. Ну нафига надо, ты развивай свой канал. Конечно, комментарии там разные пишут, все ей. Зачем рекламировать чужие каналы, миллионники? Они и так хорошо зарабатывают. Что их рекламировать-то? Или за счет их хочет человек выбраться? Ну, я не знаю. Да, я попадается, я иногда тоже захожу, смотрю. Но меня, например, вообще там ни о чем не привлекает. Ну, молодежь, может быть, привлекает. Мне вообще игровые каналы. Я их терпеть не могу, я не понимаю в них. Ну, где-то жизненные какие-то каналы, да, что-то зацепит, иногда смотришь. Но и то не всегда, не все ситуации. Если она завела свой канал, ну, развивайте свой канал. Что ты там лезешь, смотришь, кто сколько зарабатывает за месяц. Мне вот это вот вообще как-то не нравится. Я считаю, что каждый должен сам... За свой канал отвечать, а не за другие. И не делать им рекламу. Так, ну сюда надо водички. Водички. Водичка есть, водичка есть. И там будет у меня подливчик сейчас. В общем... И думаю, а кушать хочется, поэтому пока здесь, говорю, теплое, горячее, сварю сейчас. А макарошки уже буду там варить. Ну, у меня сейчас гречка есть пока. Вот. Намазала плиту, чтобы ее почистить. В общем, вот так вот. Ну, все, наверное, и хватит мне. Я сосиски бросила две штучки сюда. Порезала их, покрошила, думаю, в самый раз.